Глеб Бобков знакомится с Бобруйским межрайонным экспертно-криминалистическим отделом. Курсант третьего курса Академии МВД проводит трассологическую экспертизу, делает слепок подошвы и анализирует протектор на наличие улик, волос, пыли или жидкости, ищет вещественные доказательства. Меня это заинтересовало, особенно та часть, когда, как и в сериалах, человек, который ищет следы, человек, который выявляет, исследует их. Мне это показалось достаточно интересным. И я решил свою жизнь связать с этой профессией. Бобруйский межрайонный отдел осуществляет проведение различных судебных экспертиз по уголовным, гражданским делам, делам административных правонарушениях, также экономическим делам. На профориентационной экскурсии учащиеся 9-11 классов. Криминалист на примере показывает, как проверяют на подлинность купюры и паспорта. Эксперт-почерковед устанавливает исполнителя подписи и даже его позу при письме. Определяет и при каких условиях была сделана запись. Судэксперты предлагают школьникам сразу 9 локаций. Чтобы обнаружить отпечатки пальцев, применяют дактилоскопический порошок. Наносят его специальной кистью, благодаря чему выявляют нужный след. Копируют на отрезок скотча и наносят на бумагу. Экспертиза вызывает у ребят неподдельный интерес. Каждый пробует провести исследование самостоятельно. С помощью отпечатка пальца можно узнать пол подозреваемого, возраст, выявить шрамы и порезы, а это значительно упрощает поиск. Побыть самому на месте эксперта, оно довольно интересное, но совсем отличается от теории. Потому что когда на практике ты берешь отпечатки, с порошком проводишь по предметам, чтобы найти их, ну, это совершенно по-другому воспринимается. Рассказали интересно, нам понравилось очень, эмоции положительные. Честно, есть желание поступать, ну, в Академию МВД, чтобы связать свою жизнь с судебной экспертизой. От лодки до домкрата. Учащиеся оказываются в передвижной криминалистической лаборатории. Немые свидетели каждой отдельной трагедии, ДНК из капли крови, слюны или любого другого биоматериала. Сегодня список возможностей экспертов растет почти в геометрической прогрессии. За почти 10 лет существования ведомства раскрыты тысячи запутанных дел. Достигнуть высоких результатов стало возможным благодаря инновационному оснащению и профессионализму специалистов. Ольга Васенда, Максим Галионко, Бобруйск, 360.